Новый корпус прибудовали к основному будинку спецшколы закрытого типа у Могилеве. Там разместили спальные блоки, спортивную и актовую залы. Бассейны, покои, где будут ладиться занятки в гуртках. Это подарунок до нового навучального года, отмечают на урочистой церемонии открытия. Школа закрытого типа у Могилеве одна у республики. Тут находятся подлетки, яким потребны особливые умовы выхования. Усяго каля 50 человек. И вот на территории школы появился новый корпус. Будовали его с допомогой одразу нескольких предприемств и ведомств, у тем лику и Министерства адукации краины. У новом корпусе несколько кабинетов для факультативных занятков. Так само тут разместился бассейн, спортивный и актовые залы, жилые и сучасные блоки. Усё гэта повинно становше поуплывать на выниковость выхаваўшага процессу. Некоторые подлетки находятся тут каля 2 год, а потом до дому. Выхаванцы гэта установы, як и вушни звычайных агульна-адукацыйных школ, зараз у чакані 1 верасня, як нового этапа своего життя. К новому учебному году мы уже в полном вооружении, ждем линеек, ждем 1 сентября, и дети с удовольствием пойдут учиться. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, «Новини регион».